Конь. Сейчас погадаем, куда я наехал. Такая местность. Я ехала по вот этой дороге. Вот оттуда. Там, где дома видны. Тут везде вышки. И еду дальше. И куда дальше ехать? Сейчас покажу картинку. Хочу добраться до одного леса, который виден из окна. Я совершенно теперь уже не представляю. Это с остановком. Сегодня облака прикольные, кстати. И вот есть дорога туда. Ну, не знаю, к лесу она идет или нет. И еще там. И туда. Ну и вообще, короче, конечно же, я не туда заехала, не туда, куда нужно было по карте. Ну, сейчас покажу. Попробую это снять. Конечно, это риск ехать и снимать одной рукой, рулить на спуске. Но здесь ничего не случится. Одной рукой держу телефон. Еще тут машины ездят. А, блин, господи, ладно, надеюсь, не буду резко тормозить. Нет, я на это не пойду. Вот, можете посмотреть, как тут. Потом, когда приеду, сфотаю. Короче, чертовски красивый был спуск, и жалко, я не могла это снимать. Надо опять смотреть карту. Держать в руках. Короче, вот, по-моему, вот туда надо. Смотрим карту. На карте. Ну, по крайней мере, сейчас я вижу тот лес. Сейчас я это покажу. Я все-таки думаю заехать, хоть, блин, если привычки устала, но все равно привычка. Вот он, этот лес на горизонте. Раньше тут было поле, и мы ходили просто в поле. Через поле до этого леса. Теперь тут везде свои дома и, следовательно, собственно. Я встала посреди дороги, и водитель недоволен. Едем дальше. Так, я выезжаю из города. Вау! Я уже не могу. Я не взяла ни денег, ни воды, а пить хочется. Не знаю, наверное, придется жевать листья на деревьях. Если я буду это делать, я вам покажу, как пополнить запас воды. Ну, потому что я уже это делала. Смотрите, вот табличка из гор. Тут круто. Мне нравится. Правда, там сзади было много собак. И не знаю, что будет впереди. Но спасает, что это полдень. И что они в полдень, в принципе, они ленятся кидаться. Хотя между собой они грызлись, я это видела. Так что, ну, я надеюсь, что там их не будет. Все-таки пришлось выехать на трассу. Я не сдаюсь. Ну, он уже близко, как я могу отступить? Давайте. Вообще такое чувство, что я доехала до самого Воронежа. Я съехала с основной террасы, и похоже, что я приближаюсь к цели. Не знаю, что там, какой там теперь сидит этот лес, потому что я не ходила туда несколько лет. Если точнее, я вообще не помню, когда была там последний раз. Последний раз мы ходили туда, когда там было еще поле. Не было своих домов, и теперь тут все застроено. Я даже заблудилась.
снимаю, одной рукой держу фотоаппарат, одной рукой пытаюсь рулить по пересеченной местности. Ай, блин, еще волос в глаза лез. Попробуем. Надеюсь, у меня когда-то так фотоаппарат выскочил из рук. Мне пришлось упал. Мне пришлось его нести в ремонт. Ну, для этих целей, короче, камеру на лоб цепляет. Ну, чего не сделаешь ради интересного видео. Так, дорожка в гору. Об этом тяжело. Я уже устала. И похоже, сейчас я буду есть листья. Что-то интересное еще сниму. Так. Все, я не могу больше ехать в горку, потому что реально, как же тут глючно. До сих пор еще пока глючно. Невероятно красиво. Жалко, что я не взяла воды. Это бы было лучше. Приближаюсь к цели. Там вдалеке место, откуда я приехала, оно там синее, синий горизонт. Не знаю, смогу ли я к вечеру вернуться. А надо вернуться, пока еще солнце горячее, потому что собаки вечером становятся злые. Идем дальше все же. Посмотрите, тут везде кусты цветущего шиповника. И какие-то плодовые деревья. Наверное, осенью тут будут нектарные яблочки или игрушки. Когда они дикие, они вообще очень ароматные. И хочу зайти в сам лес. Это лиственный лес. Взяла с собой баллончик газовый на всякий случай, если не смогу удрать ни от кого. И средство от комаров. Ох, скоро появится земляника. Надеюсь, не нахватаюсь клещей, потому что я ничем не брызгалась. А, блин, надо будет смотреть. Смотрим. Как тут пролезть. Такая густая растительность. Опа! Ну, тут совсем другая атмосфера. О, глючно так вообще. Круто. Рекомендую вам сейчас в это время попасть в дубовый лес.
очень круто. Но комары уже кусаются. Поэтому я буду возвращаться. Мне нравится. Я прям сегодня я удовлетворена. Главное удачно вернуться. Нет, я наверное, еще хочу сделать вот это одну вещь. Вот это. Не знаю, как надо снимать. Так. Если бы не комары, было бы вообще круче, чем в раю. Ладно, пойду. Очень солёная. Я не так. В любое время года. Так, обратный путь. Надо будет посмотреть, что там. Чтоб там никто не прицепился. Я вообще не люблю использовать эти средства от клещей. Конечно, надо. Но иногда пчелки. Иногда пчелки садятся на штаны или на кожу. И могут от этого погибнуть. Поэтому я стараюсь обойтись. Но пока лес, я буду знать, что это такое. И я этот лес вижу из окна. Ну, правда, на горизонте, но кусочек этого леса я вижу. Это очень приятно. Хочу показать свои штаны, которые у меня модернизируются. Легким движением руки они превращаются вот в штаны, чтобы вот, ну, никто лишний раз внимания не обращал, чтобы комары не кусали. И они такие свободные. И ветер там, в общем, когда жарко, вот в таких штанах очень удобно. Ну, обычно, когда я еду, мне на все забить, и я загораю. А от комаров очень помогает. Вот кое-что. Так, ну пойдешь, эту рубашку, конечно, после каждой велопрогулки приходится стирать, особенно по жаре. Но обычно я только по жаре не ездила из-за собак. Итак, идем в обратный путь. Вот эти травы. Я от них с ума схожу, когда они начинают цвести. Запах невероятный. Так, с ним еще лес. Пока-пока, может быть, вернемся. Тут что самое кайфовое, это дубы, и у них действительно, я могу вот месяц валять, два, и вот так вот
Болезнь длится, длится. И не заканчивается. Потом приходишь к деревьям, обнимаешь их. И реально, реально становишься здоровым. На какое-то время точно. Даже, может быть, даже на длительность. Даже если это зима. Особенно, когда это зима. Так что еще раз рекомендую попытаться вылечить себя так. Итак, идем на трассу, а потом поедем, наверное, по новой дороге. Немножко по другой. Как хочется пить, никогда этого не делала, но я сейчас собираюсь попробовать съесть листья дерна. Это со мной будет, я не знаю, доеду ли я до дома. Но в конце концов тут вокруг везде поля. Ну, сами знаете, один стишок, но я не буду его повторять. Надеюсь, он чистый. Да, съедобно. А, да, вполне. Я думаю, что это терен. Потому что тут старые ягодки есть. И есть уже новые. Блин, может, это не терен? Есть у меня такой бакалавр, блин. Ни черта не помню. Ну, кажется, я наелась. Надо писать завещание. Хорошо, что мне нечего завещать. Кроме этого велосипеда, моего фотоаппарата и, может быть, этого телефона еще. Ладно. Пишите, кому завещать. Да. Едем дальше. Нет, ну я бы наелась и этого клевера. Он тоже, наверное, невероятно сочный и вкусный, но поскольку он внизу, а внизу ходят разные животные, поэтому, блин, наверное, вкусный, особенно цветочки. Я не знаю, выдержу я или нет, чтобы не съесть его. Нет, наверное, с дороги все-таки не буду. В целях гигиены. Так можно было бы съесть. Нет, рулить одной рукой невозможно. Хотела вам это снять. Смотрите так. Непонятно, где выбирать дорогу. То ли ехать по трассе, то ли свернуть сюда. Блин, на картах совсем непонятно. Разберусь, что это за дорога, что съездить сюда еще.
Люблю это. Вот она, натурпродукт. Вот, вожделенная. Сейчас упьюсь до смерти. Да. Квас собственного приготовления. Не могу поверить, что я это снимаю. Это для Ганеша. Где я сегодня была? Вот там вот этот лес на горизонте. Чтобы плавно его как лезть. Это так далеко до него ехать. Но я его вижу. Это 10-кратное увеличение на новый телефон. Ну, не судите слишком строго. Вот там тот лес сзади, куда мы сегодня ездили. Я пытаюсь сделать разный фокус. Но до новых встреч. Пока.